Здесь пока не ступала нога спортсмена, а в Жаворонках людей, выбирающих активный образ жизни, немало. Но, пожалуй, больше всего футболистов. Именно они в первую очередь должны оценить современное поле. Новый стадион появился в селе взамен старого. Его пришлось снести из-за строительства путепровода. Полноценное футбольное поле с искусственным покрытием, две волейбольные площадки, одна баскетбольная, полноценная резиновая беговая дорожка на 400 метров, 100-метровка здесь отдельно сделана, парковка на 50 машин, шумопоглощающий забор вокруг всего объекта, освещение. Все сделано по современным стандартам. Работы на объекте завершены. Скоро финальная точка будет поставлена и на бумаге. Подрядная организация передаст новый стадион муниципалитету. Глава Одинцовского округа Андрей Иванов объектом остался доволен. Впрочем, были и пожелания. Мы хотели бы здесь разместить дополнительно раздевалки. Поставим еще блок для охраны. Заведем сюда все камеры, которые установлены по программе «Безопасный регион». Футбольное поле без подогрева, но это не беда, говорит представитель подрядной организации. Заниматься спортом здесь можно будет и зимой. Зимой здесь как бы при условиях эксплуатации, там, поддержания чистоты, уборки снега, ну, стандартных мероприятий, возможно, занятия зимой. Тренироваться на новом стадионе смогут и школьники, и спортсмены, и все желающие жители. Планируют проводить соревнования разных уровней. В ходе инспекции глава округа дал поручение профильному заместителю составить график использования объекта. Евгения Августина, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».